Ой! Пап, а дай денег девушке на подарок. У тебя есть девушка? Нет. А у тебя есть деньги? Нет. Может, у тебя есть парень? Пап! Не, ну а чё? У меня вот нету. Зачем я подошёл вообще? Ну куда ж ты пинаешь-то? Schoolboy! Сегодня я опять стану школьником, который ни в коем случае не будет делать домашку. И будет всеми правдами и неправдами бегать из дома от проклятых родаков. В прошлых сериях нам уже удалось сбежать из дома несколькими простыми способами. Но в этот раз мы сделаем что-то невозможное и сломаем эту игру. Я всю прошлую серию пытался получить новую концовку. Сбежать из дома и попасть в озеро. Но оказалось, что я все делал неправильно. Избегать мне нужно было не через крышу, а через калитку, как мы уже с тобой делали. Иду. Вывесив маму. Поэтому этим мы прямо сейчас и займемся. Нам нужно вывесить маму, чтобы она открыла калитку. Ушла подальше от забора, а мы в этот момент как раз таки выбежим и попробуем получить новую концовку. Но для этого вначале мне нужно 18 раз позвонить в этот сраный звонок. Этим я сейчас и займусь. Мама пошла поливать цветы, но я не буду сейчас просто сидеть и ждать, пока она это сделает. Мы с тобой в это время зайдем на кухню и быстренько возьмем мясо, потому что когда мы будем убегать, нам потребуется угомонить собаку, поэтому мы прямо сейчас берем мясо. Пойду схожу в туалет. Куда ты пошел в туалет? В какой ты туалет пошел, батя? О чем ты вообще говоришь? Блин, я смогу погреть мясо как-нибудь незаметно, пока папа писает? Надеюсь, что да. Я очень надеюсь, что да. Быстрее! Это очень сейчас опасно! Это очень опасно, но я справился! Ух, я успел! Ну, вроде все в порядке. А мы тем временем продолжаем злить маму. Если дверь у себя чуть не пришиб. Опа, пошла, 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 мама, все, это мой шанс. Собака, держи мясо, держи, держи, да возьми мясо, все, не гавкай. Бежим, бежим, бежим. Сейчас наша главная задача, это просто добежать вот до этого куста. И в этом кусте нам нужно будет что просто посидеть. Такое? Кто мне трезвонит в дверь? Кроме вас тут. Мне надо пойти полить цветы. Че? Что с ним происходит? Внезапно просто посреди диалога. Так, надо пойти полить цветы. Она меня не заметит? В смысле ты меня заметила? Я в кусте Ты что, совсем тупой? Ну как она меня заметила? Алло! Не понял. Она, по идее, не должна была меня заметить в этих кустах. Да что за фигня? Я не знаю, что это было, но окей, давай попробуем еще раз. Я надеюсь, что в этот раз все получится. Может быть, я как-то неправильно спрятался за кустом. Хотя мне кажется, что проблема была в том... что мама решила внезапно полить цветы. Собака, пожалуйста, возьми мясо. Возьми. Отлично. Собака взяла мясо, а мы идем за куст. Ну, мне точно писали в комментариях, что нужно просто спрятаться за куст. И тогда все будет хорошо. Я прячусь. Я за кустом. Я прям в кусте сижу. Это мы не знаем. Мы тут уже час играем и никого не трогаем. Друга нам попало. Так, мама возвращается. Я за кустом. Есть место! Да в смысле? Ну я за кустом! Алло, мать! Я не понимаю. Я не понимаю, что я сделал не так. Ну-ну, молодец какой. Беги, гуляй. Я был за сраным кустом. Что я сделал не так? Я не понимаю вообще. Я убежал просто по дороге, и мы еще раз получили концовку 5, которую я уже получал. Ну, пожалуйста, ну в этот раз-то у меня должно все получиться. Держи мясо. Я просто опять не понимаю, что я сделал не так. Кто мне трезвонит в дверь? Кроме вас тут никого нет! Сижу в кустах. Я не двигаюсь, я просто убрал руки от мышки, от клавиатуры. Я просто не двигаюсь. А смотрите мне. Я не двигаюсь. Я не двигаюсь. Я в кустах. Ну и... Это реально сработало. Это реально сработало. То есть вот это вот миллиписечное движение, которое я сделал, это и заставило меня проиграть? Это просто ужас. Мама ушла, а что делать дальше? По-моему, дальше мне говорили идти вдоль забора. Ребятам подходить мне, по идее, не нужно. Мне нужно просто здесь пройти и дойти до озера. Это вообще возможно?
страшно. Ты не представляешь, как я сейчас боюсь проиграть. Потому что каждый раз, чтобы перепройти игру до этого места, мне приходится 18 раз звонить в звонок маме. Плюс она еще отходит поливать цветы, папа отходит пописать. Короче, это просто пипец как долго. Проиграть сейчас будет очень обидно. Окей, я иду. Я просто иду по дороге. Может, прям так пойти? Меня же не заметят. Я просто иду. Твою мать, как мне сейчас страшно. Смотри, там кто-то стоит. Там кто-то стоит на другом берегу. А мне нужно туда? А я не знаю, может мне туда пойти? Блин, мне так интересно, смотри, там кто-то стоит. Он кто-то идет, бежит кто-то. Мама пошла цветы поливать. Ладно, пофигу, у нас сейчас другая концовка. Я обещал в этой серии сделать концовку с озером. Мне говорили, что в озеро нужно зайти и типа уплыть куда-то. Или что? Я иду по озеру. Я в озере. Вроде мне писали попытаться утопиться в этом озере. Окей, давай попробуем утопиться. Я вообще не знаю, что я делаю. Я просто хочу получить новую концовку. Я еще ни разу так далеко не убегал. Ни разу я... Пузырики пошли. Я, кажется, задыхаюсь. Это реально работает. Что за концовка вообще? Концовка 6 из 8. Боже, я справился. Я справился. Если о себе не думаешь, подумал бы хотя бы о родителях, прежде чем такое делать. И на самом деле я максимально себя осуждаю. Это вообще что за концовка? Нафиг утопиться в озере. Какой ужас. Блин, ну мне понравилось. Это было шикарно. Плюс еще одна концовка в копилке. Да! А пока ты мне уже ставишь лайк, я все-таки начну еще раз заново и проверю еще одну штуку, которую писали мне в комментариях. Вы мне просто под каждым видео писали в комментариях попробовать включить компьютер и писать одну команду в терминале. Я не уверен, что у меня это сработает, но давай все-таки попробуем. Пишем пароль Andrew2002, заходим в компьютер, нажимаем на терминал, и в терминале мы пишем меню мод on, и по идее сейчас... Завершите все концовки на сложности легко плюс. Чтобы включить этот терминал, нужно получить еще одну концовку. То есть смотри, у меня вот эти все зелененькие концовки, это я уже сделал. Еще один способ сбежать мы с тобой не завершили. А какой? А какую концовку я еще не прошел? Через ворота убежали, через крышу убежали, через калитку убежали. Ремня по заднице получили и утонули в озере. И еще одну концовку какую-то мы не прошли. Но какую? Мне вроде кто-то писал еще про закулисье, что можно как-то убежать очень далеко по карте и куда-то провалиться. Может быть, реально попробовать это? То есть, по сути, нам нужно еще раз 18 раз позвонить в звонок. Окей, я попробую. Я надеюсь, что у меня получится. Если не получится, то лайк я уже заслужил, потому что одну концовку я уже прошел. Но я ради тебя попробую еще пройти еще одну концовку, и мы попробуем убежать просто за карту. Или к рыбаку подойти. Я даже не знаю, что лучше. Окей, делаем все то же самое. Звоним в звонок. Прячемся здесь. Мама, по идее, уже достаточно разозлилась, она сейчас просто убежит. Мама бежит, мама бежит, мама пошла! Замечательно, мясо у меня тоже есть. Мы это мясо просто отдаем собаке. Собака, держи, покушай. И делаем все то же самое. Нам нужно спрятаться в кустик. Залезаем в кустик, и как мы уже с тобой делали, сидим в нем и просто не двигаемся. Я убрал опять руки от мышки, от клавиатуры. Я вообще никуда не двигаюсь. Блин, а если я подойду к своим друзьям, у меня не активируется концовка типа с друзьями? Хотя, в принципе, такая мне концовка тоже подойдет. Мама уже ушла. Мама идет. Я подожду, пока она прям до конца уйдет. Она пошла поливать цветы, а не заметит ли она меня? Ладно, мама вроде как ушла. Я начинаю выдвигаться. Блин, я не знаю, идти к рыбаку или сюда. А если я к ним подойду, что-то будет? Здорово, ребят. Вам вообще пофигу? Я думал, с вами какая-то концовка будет. Алло, лысый друг, ты же меня звал поиграть. Ладно, идите в жопу. Я попробую все-таки получить ту концовку, про которую вы мне говорили. Я не знаю вообще, можно ли ее так получить. Но вы мне писали в комментариях, что если у меня получится убежать, то мне нужно просто идти куда-то вдаль. И где-то вдали должен быть конец карты, куда я смогу просто провалиться и попасть за кулисы. Капец, и вот так далеко я точно еще ни разу не уходил. А вообще пофигу, куда бежать? Я могу хоть куда пойти? Ладно, окей, я просто иду. Я не знаю, что я делаю. Тут уже вообще ничего нету. Тут нет ни деревни, нифига. Меня даже если спалит мама или папа каким-то образом, они меня просто здесь не найдут. Весь мир иллюзия, вселенная голограмма. Скупай золото, здесь вообще ничего нету. Даже нету моей школы, в которой я, по идее, по сюжету должен учиться. Блин, а что-то карта не заканчивается. Смотри, какой-то кустик там впереди. Что за кустик? Я подхожу к кустику. И что за кустик? Просто так вот стоит. А сколько мне так вперед-то нужно идти? Не, смотри, по-моему, приближаемся. Мы куда-то приближаемся, то это реально конец. Тут конец карты. Чего?
Я дошел до конца карты, что происходит? И что, мне сюда нужно прыгать? Я прыгаю. Где я? Я в текстурах. Я не понимаю, где я? О, куда я попал? Я не знаю, куда ты попал, что тут творится? Я реально попал в Backrooms, я попал в закулисье. Что за прикол? Я же играл в Schoolboy, а не в Backrooms, а что тут закулисье? Блин, мне еще так интересно, что это был за рыбак. Ну только не пиши мне в комментариях, это будет спойлер, мы туда сходим в следующей серии обязательно. Это все дело мы еще узнаем, но мне капец, как интересно, что это была вообще за фигня. Что это за мужик? Это какой-то новый персонаж, которого мы вообще тут еще не встречали. Слушай, кто-то идет. Я слышу шаги какие-то. Я точно слышал какие-то шаги. Я не понимаю, что это за шаги, или это хлюпанье какие-то. Как будто кто-то чавкает. Вон там кто-то был, ты видел? Там кто-то был, там какая-то черная жижа, там веном. Я точно видел какую-то черную жижу. Блин, я просто пойду на эту черную жижу, потому что в этом бэкрумсе точно ничего нету. Я его полностью обошел. Мама! Какая нахрен мама? Мама тебя не спасет, мама тебе не поможет! Меня съела эта черная жижа? Что? Я снова проснулся? Ой, приснится же такое. В смысле приснится? Алло, это по-настоящему? Это типа был сон. Серьезно? Погоди, а это считается за новую концовку? Я не понял. Я сейчас нифига не понял, это считается за новую концовку или нет? Нет, это не является концовкой. То есть это вообще просто прикол, серьезно? Погоди, а все то же самое осталось? То есть мама до сих пор злится? Ой, нет, но... игра просто заново началась. Игра началась просто заново. Блин, а я думал, это новая концовка. Какую же концовку я еще не прошел? Короче, напиши в комментариях. В следующей серии мы обязательно включим эти читы с помощью терминала. И пройдем ту концовку, которую мы с тобой еще не прошли. Я надеюсь, что ты уже поставил лайк под это видео. Подписался на канал, тыкнул на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию, в которой мы с тобой увидимся. Пока.